Всем привет! С вами Бартоломео и... Я предлагаю бежать! Куда? Почему? Урановый дождь! Урановый дождь? В смысле, радиоактивный фон, там все дела. Дай мне костюм, пожалуйста. Дэйч, ты уже облучился. Ты больной. Ты умрешь. Дэйч! Я не умру. У меня супер доспех. Какой? Это тайный доспех. Слушай, и кто теперь это все будет убирать? Скажи мне. Ну, конечно же ты. Я тебе вот такую коробочку дам. Актеры, у которых нет Оскара. И что это за коробочка? Это сундук для урана вроде. Да, правда? И что? То есть я теперь могу подбирать ей уран? Нет, ты можешь ее поставить и в нее слаживать уран, который ты подберешь. Я понял. То есть я вот бегаю, сейчас собираю уран. То есть у меня тут очень много разного. Сложил, и все. И теперь знаешь, что я могу делать? Дюпать! Знаю тебя, это по-любому дюпать. Да, Дэйч, именно дюпать. Ай! Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Убейте его! Убейте его! Ай-яй-яй-яй-яй! Я буду дюпать, честно! Я буду... Админ, уйди отсюда! Я буду дюпать! Так, подожди. Ты видел админа? Так, подожди, я иду к вам. Вы где? Дэйчима? Так, ТП Дэйчима. Вон лежат твои вещи, я их убивал. Мои вещи, так, оп. Я прохал! Ай! Ай-яй-яй! Дай мне штаны мне одеть. Опа. Я все равно умираю. Блин. Смерть. Так, отойти надо. Слушай, я выжил. Ты выжил? Я выжил. Все, можно продолжать дальше тогда делать все наши грязные дела. Как дюпать, да? Вот многие могут сказать, но дюпать на самом деле очень легко. Мы просто берем, вырубаем траву, которая мешает нам тут. Да. Ты умираешь почему-то, нет? Не-не, я жив, я уже мертв на том свете, все дела. Да блин! Это нормально вообще, нет? Я тебя сейчас... Курица, я убил ее. Так, стоп, меня опять бьет. Где мои вещи? Дэчима, я умру третий раз, это плохое видео. Кому нравится, как Барт умирает, ставите лайк. Стоп, я не умираю. О, вот это прикол. Смотри, я без одежды и не умираю. Ну, нормально. Зачем одежда, спрашивается? Короче, как дюпать? Быстрее дюпаем, пока никого нет рядом, никаких мобов, никого нет. Открываем сундук, складываем туда уран, после чего быстро нажимаем «Открыть сундук» и «Ку». То есть вот это происходит примерно так вот. Так. «Открыть сундук», «Ку». Не получилось. «Открыть сундук», «Ку». Не получилось. «Ку», «Открыть сундук». Не получилось. В общем, сейчас, подождите, у меня руки немножко плохо работают. Вот, получилось. И мы забираем уран. Забираем уран, мы все равно уже не убираем. Поднимаем сундук, открываем и забираем второй уран. То есть, смотри, я дюпаю уран, Дэйч. Понимаешь? Ты дюпаешь уран? Пойду говорить админам. Админы! Админ! Какие опять понабегут сюда животные эти? Так, все, больше и больше урана, да? Ну, старый дюп... Нет, подожди, этот дюп новый или старый? То есть, по это сути... дюп новый, потому что версия 1.7.10. То есть индастриал новый, а суть дюпа старая, как бы. У них же, понимаешь, до чего разработчики немножко, ну, я, конечно, не люблю индастриал оскорблять, там, ругать их, рукожопы. В том плане, что у них был тулбокс, помнишь, там, сундучок такой вот. А он сейчас есть вроде. Да, и сейчас есть, но просто как бы... Дюп был давно, и они сделали новый сундук, в котором опять есть дюп. Ну зачем так? Не могут они нормально придумать. Не могут нормально закрыть сундук, да? Угу. Ай-яй-яй. И поэтому что? Что на серверах? Правильно, закроют... Запрещают уран. А сундук откроют, да, в который ты не можешь положить уран. Вот это... Ну ладно, запретят сундук. Запретят сундучок, скорее всего. Но я бы повеселился, если бы запретили уран. До фикса, скорее всего, как бы будет запрещен... Что это такое? Квантовая солнечная панелька. Максимальный выход 8000. Ю-ху! Мы богаты! Дэйч, зачем нам дюпать уран? Забери его себе. Все, весь. Как ее забрать? Нет, давай я тебе лучше хорошее оружие. Подожди немного, подожди. Что происходит? Тихо, я тут занят, не скидывай мне ничего. Подожди. Я сейчас соберу панельку и буду прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Бартоломео, Дэчима и, в общем, вот
просранная ультиматка. Это не ультиматка, это то, что делается из ультиматок. Это квант-ультиматка. Да. О боже. Все, всем пока-пока. Пока-пока.